Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Живая среда». Рядом со мной школьница Анна, и у нее очаровательная такса по кличке Тея. А полное имя привет, Аня? Теона. Теона. Привет, привет. Привет. Как настроение? Хорошее. В эту живую среду. Хорошее. Анют, рассказывай, сколько лет Теоне, как приучила ее быть доброжелательной и ласковой, дрессировала ли ее? Расскажи, пожалуйста. Тоне 4 года. Она вообще изначально, когда мы ее брали щенком, она уже была жизнерадостной. В отличие от всех щенков, она уже бегала, прыгала. Она была самой маленькой, и ей это удавалось проще. И да, я ее дрессировала, но сейчас немного мы взяли перерыв такой. За бесплатно вообще ничего не сделаю, только если ее покормить вкусняшками там. Только за еду, можно так сказать. Работает за еду. Да. Но бесплатно мало ли кто-то что-то хочет делать. Согласись, это нормально. Вот. Несмотря на то, что это собака, у нее есть тоже свои принципы. А то, что она ласковая такая, как ты поняла? Как произошла ваша первая встреча? Я помню, когда мама первый раз ее привезла, она была такая маленькая, такая хорошенькая, и она уже сразу там все нюхала, сразу начала ласкаться, такая, ну, она по жизни доброжелательная, она, мне кажется, родилась такой доброжелательной, хорошей. А вот это вот качество схоже с твоим характером? Да, она очень на меня похожа, и, ну, многие мои подруги даже говорят, что это прям моя собака, мы вдвоем жизнерадостные, активные, и она мне уже очень дорога, и такая, как подружка мне уже. Замечательно. Подскажи, пожалуйста, почему выбор породы пал именно на таксу? Вообще, это мамин выбор или ты просила такую собачку? Это был мамин выбор. Маму отговаривали то, что таксы, вот, они такие гиперактивные, они все грызут. Зачем вам нужна такая собака, что она злая? Но на самом деле... Это приятное исключение. Да, это приятное исключение. Она очень добрая, доброжелательная, спокойная и очень хорошо ладит с детьми. Прям зря нас разговаривали. Очень хорошая собака. Нисколько не пожалели, да? Нет, нисколько. Расскажи, как дома, вот вы ее принесли, она была такой маленькой 4 года назад, любознательной и активной. Наверняка что-то пострадало, какая-нибудь мебель, какие-нибудь вещи. Ну, кстати, она очень довольно хорошо себя ведет дома. Она максимум, что может погрызть, это подушки. А так, в остальном, она очень послушная и мебель не грызет вообще. Как вам повезло. Да. Обычно в младенчестве щенки ведут себя более познавательно, а у вас все ограничилось подушками. Аня, расскажи, пожалуйста, какие команды знает Тея? Она знает команду сидеть, дай лапу, ко мне, на место. В принципе, все. Самые основные, базовые, чтобы она меня понимала и знала. И команду стоп. Если мы куда-то идем, то все, стоп, мы встали. Замечательно. Вот сейчас вроде никто шашлыков не жарил, но у нее вот идет вот что-то. И вот, да-да-да, кто-то ее там привлекает. Расскажи, как на улице? Все-таки такса – это одна из охотничьих пород. Да. Она проявляет подобные способности на улице? Да, когда мы с ней гуляем, у них очень обостренное обоняние. И если мы гуляем, и она учует какой-нибудь запах еды, то она обязательно рванет на этот запах, проверить, что там. Это вообще съедобное, это можно есть, но ей нельзя ничего с улицы подбирать вообще. В принципе, собакам нельзя, поэтому приходится прям оттаскивать, чтобы не кушала ничего. Расскажи, вот ваша семья путешествует, брали ли ты ее с собой? Как она в транспорте себя ведет, как она в незнакомых местах, на каких-нибудь полях, равнинах, возле реки, как она себя Когда ведет? Мы ее взяли, через год где-то мы поехали всей семьей на Алтай,
И она себя довольно хорошо ведет для собаки в поездке. То есть она довольно терпелива. Когда мы останавливались прогулять ее, она довольно все быстро осознавала, все быстро делала. Также мы ее берем с собой на Байкал и можем спокойно ее отпустить, потому что знаем, что она хоть и бегает, она очень много бегает везде, она все равно к нам прибежит. И она знает, где мы, если что, она сразу отзывается, прибегает, и мы ее можем спокойно отпускать. То есть она очень хорошая в плане путешествий. Аня, расскажи, пожалуйста, а вот тебе мешало, сейчас скажу, что либо это тебе наоборот нравится в Теи, то, что она ластится ко всем, даже вот к совершенно незнакомым людям? Мне нравится эта ее черта характера, но иногда это бывает очень трудно, потому что она хоть и маленькая, но она очень сильная, и когда ее начнут гладить, там, ластиться, она отвечает взаимно, так еще и плюс облизывается, прыгает, начинает скакать, и иногда ее не успокоишь, думаешь, вот человек ее погладил, все, она там ответила, и она начинает... Готова душу подарить. Да, просто бегать, прыгать, лизаться, целоваться. Даже сейчас. Ну, это проявляется ее активность. То есть сколько мы по времени сидим, ей уже с нами надоело, пусть маленько поактивничает. Да, она побегает. Ты иди ко мне. Все, забирай. Побегала, сделала перерыв для себя небольшой. Все. Возвращаясь к теме взаимоотношений. Ты сказала уже, что подружки говорят, что вы как две сестры, да, характером очень схожи. А завидует ли тебе белой завистью, скажем так, о том, что у тебя вот такой очаровательный домашний питомец есть? Да, я ее могу взять на прогулки с подругами, и когда я их прошу поддержать, они такие: да, с удовольствием, ну, мне очень нравится твоя собака, она такая очень воспитанная, очень дружелюбная, и они даже говорили, что хотели бы себе такую же иметь, такого замечательного питомца, как ты. Ну, а у Теи могут быть щенята? Ты могла бы поделиться вот этой радостью со своими подругами? Да, мы в следующем году ее будем сводить, поэтому, возможно, даже если... Ну, дай бог, да. Потому что у такой очаровашки должно быть потомство, чтобы радовать также людей своей любовью и преданностью. Да. А что любит кушать Тея? Она любит все, абсолютно. Она... Она ест, правда, все. То есть, что ей не дашь, и даже если не давать, она может просто понюхать такая и аккуратненько взять. Вообще, она ест корм с примесями мяса. Я иногда добавляю там яйца, ну, в перемешечку, чтобы все... То есть, она неприхотливая, невзирая на то, что очень породистая собака, она неприхотливая. Да. А у Теи есть паспорт, там родословное, все как полагается. Да, даже у ее мамы есть аккаунт, и мы периодически смотрим. Она ведет там активную жизнь, поэтому... Мама выступает на выставках, наверное, да? Честно, не знаю. Ну, вот она и зазевала, Аня. По-моему, поели, пора и отдыхать. Да. Я желаю тебе, чтобы у тебя с Теей было очень много новых открытий, чтобы вся ваша жизнь была насыщенной какими-то приятными событиями, и чтобы все у вас было хорошо. Спасибо. И все задуманное сбылось. Спасибо. Ну, а мы говорим всем вам до свидания. Если у вас есть домашний питомец, звоните к нам в редакцию 58 68 80. До свидания.